Иван Сикорский разместил твит. Благодарит США. Благодарит США, тем самым как бы обвиняя Соединенные Штаты Америки в утечке на газопроводе «Северный поток». Якобы это они устроили диверсию. Ты чё, пан Сикорский, с дуба рухнул? Макроэкономическая катастрофа грозит всей Европе. А ты чему-то радуешься, Сикорский? Да еще обвиняет США. Они там вообще, что ли, все? Ку-ку. Того. Нет, ну я не за США, бог ее знает. Ну, благодарить США за катастрофу, которая вот-вот случится в Европе, Сикорский сбрендил. 100%.